Фабрис має великий досвід праці на сцені. Це й не дивно, тому що в 2011 році вони стали кращим хореографічним ансамблем року і були представлені на щорічній номінації «Крим ТВ». Та й сцену «Південного експресу» підкорювали не раз. Ровно год ми займалися, репетировали этот танец, и сегодня мы шикарно выступили. Мы не раз в этом фестивале танцуем, нам очень понравилось. Однією з наймолодших учасниць фестивалю є Анастасія Горіна. Юна та дуже перспективна дівчина. Меня зовут Настя, и сегодня танцевала цыганочка. Выступать. Я хочу, чтобы меня слушали люди. Мне Южный экспресс дает больше уверенности. Южный экспресс дает немного опыта. Надеюсь получить награду. Наша цель – показать себя, показать, посмотреть другие коллективы, научиться мастерству лучшему. Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра и змей. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук обид. Сотни лет, и день и ночь прощается.
азартные, мы темпераментные, мы патриотичные. Вот здесь я сегодня видел на нашем конкурсе, более того, география Крыма тоже была приятно порадована. Такой конкурс он должен проводиться, потому что ребенок должен развиваться, у него должен быть стимул для чего-то, для победы, уметь побеждать, уметь чувствовать вкус.